сегодня рассказать про знаменитую корейскую косметику Пурита. У меня ее здесь не так много. Я заказываю ее уже несколько раз, очень довольна. И давайте быстренько я покажу, что у меня на этот раз, что, какая посылка пришла, чем я пользуюсь в последнее время. И вообще, просто к слову, вот эта вся косметика, она приходит в таких вот упаковках. Здесь бумага, такого, знаете, вот необработанная бумага, очень скромная упаковка, этикетка. И внутри, если открыть упаковку, в корейском стиле есть такие интересные рисунки, они, знаете, как комиксы. Вот, скорее всего, вот что-то мне это напоминает. И давайте покажу. Здесь есть что-то интересненькое. Первое – это очищающие диски со знаменитым их составом. Здесь центелла и кислоты. Диски вот такие вот. Они пропитаны специальным вот этим составом, про который я вам сказала. С одной стороны они такие гладенькие, а с другой стороны они с такими вот шероховатостями. Они очень хорошо очищают кожу, пользуюсь я вечером, в упаковке 70 штук. И вообще предназначение это убрать, ну то есть излишки там какой-то кожи ороговевшей, которой не нужно, очистить кожу очень хорошо. И что хорошо вот у этих дисков, то что они предназначены даже для чувствительной кожи. Кожа у меня чувствительна, поэтому я с удовольствием пользуюсь. То есть сначала я умываюсь, ну как положено, в основном я умываюсь корейским гидрофильным маслом. После этого беру вот этот диск и шершавой стороной очищаю лицо. И после этого я уже гладенькой, ну гладкой стороной прохожу еще раз. Они очень хорошо очищают, скрабируют кожу губ. Кожа губ очень нежная, и вот при помощи них очень хорошо это делать. Также у них срок годности после открытия, по-моему, 12 месяцев, то есть вот здесь вот 70 дисков, примерно где-то раза 2 в неделю я пользуюсь, поэтому хватит надолго. У них интересный такой запах, запах чайного дерева, он не сильно навязчивый, и после того, как вы это использовали, вот этот запах сразу как-то проходит. Очень хорошо работают, и после них даже можно не пользоваться, например, там, кремом, потому что они не только очищают, но очень хорошо увлажняют. Но если очень уж сухая кожа, как у меня, то кремом, конечно, нужно воспользоваться. Но если жирное комбинировано, то прям идеально. Следующим я пользуюсь тонер. Здесь тоже в составе Centella. А вообще про эти диски, которые я говорила, можно не пользоваться тонером после их очищения. Но так как кожа моя требует дополнительного ухода, то тонером я пользуюсь обязательно. А консистенция у него такая, знаете, необычная. В основном тонеры, они ну как водичка, а это такая вот маслянистая жидкость, она вот немножечко такая вот, как сказать. А вообще в составе здесь есть вот эта Centella, также, по-моему, есть масло розы, и за счет того, что здесь масло розы, очень, ну такой прям вот сладковато-ненавязчивый запах розы вот у этого тонера. Было у меня такое, что я наносила одну маску, то есть просто нанесла, и после этого у меня появилось раздражение такое красное. И думаю, дай-ка я попробую нанести. Он очень хорошо снимает, если есть какие-то раздражения, покраснения, буквально сразу все это прошло. Так что, если есть такие проблемы, и к тому же вы хотите укрепить кожу, то вот этот тонер очень хорошо помогает, то есть я им очень довольна. Следующее, что я вам хочу показать, это уже сыворотка, по-другому серум. Это с пептидами такого же цвета, как тонер. И он идеально подходит для сухой кожи. Насчет жирной комбинированной я не уверена, не могу сказать, но для меня он идеально подходит. У него очень удобная упаковка. Нажимаете, и вот одного нажатия хватает нанести на все лицо. Этот серум содержит те же прелести, что вот диски, тонер, то, что я вам показывала. Здесь есть гиалуроновая кислота, есть пантенол, есть также аденозил, керамиды, есть пептиды.
И вообще вот этот вот серум способствует выработке коллагена и эластана и препятствует образованию морщин. Наношу этот серум на все лицо, и после использования ощущается такая свежесть. После того, как я воспользуюсь серумом, я пользуюсь вот этим кремом. Точно такая же упаковка. Сразу скажу, что в этом креме также есть в составе центелла, но процентное содержание намного больше, чем в тех продуктах, которые я вам показала до этого. Крем имеет ненавязчивый запах лаванды, так же, как и серум, но он, не знаю, мне он нравится. Кому-то, конечно, не по нраву запах лаванды, но я с удовольствием пользуюсь. Он очень легкий, и посмотрите, какой интересный тюбик, да? Все вот, знаете, так скромно сделано. Вся косметика, она такая вот, и упаковка, и сама вот бумажная упаковка, и такая упаковка. Она вся очень скромная, такая невызывающая. Видите, как они продумали все это? Ну и дополнительно вот к этому я приобрела крем для век. Он у них появился, по-моему, где-то полгода назад. Я уже пользовалась, у меня упаковочка закончилась. Это все тоже из этой же серии. Такая же упаковка, ничем не отличается, только, ну, как бы она сказать, поменьше. И носик такой вот более такой вытянутый. Отлично увлажняет, питает, очень хорошо ложится под макияж. И часто у меня просто руки к нему тянутся. Начала использовать сначала на ночь, а потом уже два раза в день, и утром, и вечером. Также главный ингредиент здесь центелла азиатская. Все продукты похожи. Также в этом креме есть масло ши и более обширный пептидный комплекс. А вообще хотела сказать, что фирма Purita позиционируется как косметика зеленого уровня по безопасности ингредиентов. То есть включает в себя только безопасные ингредиенты. А коробочки для продуктов производятся из переработанной бумаги и рисуют внутри прикольные комиксы.